Роспотребнадзор разрешил очное обучение. Уже с понедельника школьники Коми, а именно ученики Сыктывкара и Ухты, вернутся за парты. А все благодаря тому, что за 2 недели дистанта удалось добиться снижения заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет. К очному обучению возвращается и учреждение дополнительного образования. Сейчас в помещениях проводится санэпробудка. Так как общая ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией в регионе остается напряженной, во всех образовательных организациях будет усилен утренний фильтр. Минобре убедительно просит при малейших признаках респираторного заболевания оставить ребенка дома и вызвать врача.